Мы всегда на страже Родины. Родина может спать спокойно, пока пограничники стоят на службе. Граница всегда на замке. Эмиль Шатманов – ветеран пограничной службы. Для него этот день особенный. В 1986 году 18-летнего парня отправили в Афганистан, где, отвоевав 1,5 года, он исполнил свой интернациональный долг. Пограничник рассказывает, что прошло много лет, но до сих пор помнит эти нелегкие дни. Условия средневековые, можно сказать. Мы жили в каменных таких бараках, в окопах, можно сказать. Месяцами вообще не вылезали из окопов, можно сказать. В засадах были, проводили колонны, обстреливали нас. Чувство страха вначале бывает, потом к этому привыкаешь. 19 лет со дня становления системы пограничной службы Кыргызской республики. В современных пограничных войсках государства высоко чтят память о тех, кто погиб, защищая родину. Сегодня в столице прошло мероприятие, посвященное Дню пограничника. В честь праздника лучшим военнослужащим вручили грамоты и медали. Всех пограничников Днем пограничника, особенно тех, кто в данное время в этот праздничный день несут службу на границе. Желаю им крепкого здоровья, долгих лет жизни и всего наилучшего. Пусть будет мир на нашей планете. Ну а завтра свой профессиональный праздник отметят сотрудники вооруженных сил. В честь этого мероприятия военнослужащим вручат ключи от 6 квартир. За последние 5 лет военным было выдано около 200 квартир, рассказывает подполковник пограничной службы. Квартиры будут выдаваться военнослужащим вооруженных сил Кыргызской республики. То есть там есть военнослужащие пограничные службы, силы воздушной обороны, военнослужащие сухопутных войск, Госкомитета по делам обороны, Генерального штаба. Квартиры. Для получения квартиры учитывается выслуга лет, их заслуги. А также есть категория личного состава, который имеет льготного порядка получать. Это могут быть многодетные или лица, где имеются члены семьи, инвалиды или остро нуждающиеся. Пограничная служба Кыргызской республики – единый государственный орган в системе исполнительной власти, предназначенный для охраны и защиты государственной границы, осуществления пограничного контроля, предупреждения и пресечения нарушений режима государственной границы, посягательств на суверенитет и территориальную целостность страны. Кыргызстан граничит с Китаем, Казахстаном, Узбекистаном и Таджикистаном. Элиза Балбакова, Бегимай Джаныбекова, Бекназар Шормамбетов, Нью-ТВ.